Сучасний конкурент Гоголя живе у Дніпрі. Звісно, скромний автор сам так себе не називає, але подібні відгуки від читачів вже має. Книга «Казки баби Гавришихи» існує тільки в електронному варіанті, але її вже знають за кордоном. Олег Равлик, він же Олег Гавриш, автор українських казок «Жахалок». Він сьогодні в нашій студії. Лякати не буде, а от зацікавити сподівається. Добрий вечір нашому гостю. Я все правильно сказала? Да, представила вас вечер, правильно? Да, спасибо. Ну і так, українська містика, ужаси, ну страшилки одним словом. Откуда у вас такий інтерес вот к подобному жанру? Ну, скажем так, первое, что мой любимый автор, это Стівен Кінг. А в детстве мы каникулы проводили в селе у бабушки у моей, которая вечерами нам рассказывала страшные сказки про ведьм, колдунов, оборотни и прочую нечисть. Про черное пианино такая, помню, в детстве. Черное пианино это в лагерях, да. А здесь бабушка рассказывала именно на украинском языке, как, на котором написаны сказки, с местным диалектом. Это реальное село описано в сказках. Это север Донецкой области на границе с Харьковской. И мы в детстве слушали, да, вечерами было страшно. У нас было около 5 детей, внуков отдыхала у нее. И вот она нас вечерами, причем она это делала, да, иногда даже с целью, чтобы мы вечером там никуда не начали искать себе приключений, да. Поэтому ну, я правильно понимаю, это ваша реальная бабушка, да? Вот у тебя бабка Гавришиха, это ваша реальная бабушка? Да, это действительно, да, эта бабушка жила в этом селе, к сожалению, на сегодняшний день она уже умерла. И нет, но вот воспоминания об этих сказках остались, и это послужило толчком к тому, чтобы начать вот такую вот серию сказок писать. А как давно вы пишете? И сколько уже написали? Сказки я начал писать около 1,5 лет назад. На сегодняшний день готово уже 5 сказок. Планируется выход первого сборника из 5 сказок. Вышла уже электронная книга с этими сказками. Есть уже темы и сюжета еще минимум для 15 сказок. То есть в общей сложности планируется выпустить 4 сборника по 5 сказок и потом, скорее всего, юбилейный какой-то вот такой сборник. Здорово, вы так четко распланировали все. А вы по профессии кто? Вы журналист? Как-то вот связаны с писательским делом? Нет, у меня профессии? Первое мое образование – это горный инженер, второе – юрист. Интересное очень увлечение. Да. А вот, ну, я не знаю, мотив ваш. Вы хотите просто, не знаю, в память о бабушке. Вы хотите возродить украинский, сохранить, возможно, украинский фольклор, историю, да. Вы хотите прославиться, возможно, такое тоже. Вот ваш личный мотив, почему ну, начали писать? Здесь, скорее всего, комплекс целый мотив. То есть, да, это и память о бабушке. Это то, что... На сегодняшний день, да, я еще помню вот эти традиции сельские, украинские именно, что еще раз доказывает, что Донецкая, Луганская область – это была Украина. Там есть свое наречие определенное, причем это я все пытаюсь сохранить в сказках, все вот эти слова, словообороты. А вот есть какие-то существенные такие яркие примеры, вот, чтобы можно было сейчас прям привести, да, как-то вот по-другому, может быть, какие-то явления называют или предметы? Ну, если вспомните, если сразу не вспомните, не проблема. Существенных тоже. Нет. Язык этой местности, он очень близок к литературному украинскому. Там незначительные отклонения. Меня даже вот некоторые читатели, которые, возможно, филологи или преподаватели украинского языка, не пытаются поправить, но я им отвечаю, что здесь сохранена именно вот та разговорная речь, которая была в селе. Ну, к примеру, можно сказать, что такое вот, да, я себе вспомнил, огирки там назывались гирки. Вот. Ну, вот эти моменты. Ну, это такой суржик, в общем-то, тоже, да? Да, своеобразный, немножко другой. Своеобразный суржик, присутствуют некоторые русизмы, да, в этом языке. Ну, то есть вот эти традиции, вот историю, то еще пока еще мы ее помним, ее нужно сейчас запечатлеть, так скажем, в печатном виде и сохранить для потомков, для... Плюс по отзывам читателей, общаюсь с многими читателями, на сегодняшний день у меня есть страница и в Фейсбуке, в жилом журнале уже около 8000 подписчиков. То есть люди вас пишут, читают. Да, люди пишут о том, что эти сказки не пробуждают в них вот, воспоминания детства, как они были тоже отдыхали у бабушек в селе. То есть они цепляют вот что-то такое исконно украинское.
зов или дух предков наших. По поводу прославиться, ну, получится прекрасно. Но почему пример вот Джоан Роулинг, это же шикарный пример, да? Взяла, написала и стала знаменитой, ну, как богатой. Одна моя читательница написала, что, как же, я попробую процитировать, может быть, недословно, что желаю издателям не повторить ошибки с Джоан Роулинг, и которые отказали, не помню, около 90 издательств. А я что могу говорят цифры наши? Путать. Что наши издания, издательства говорят сегодня? Это трудно напечатать книгу? Наши, кстати, издательства, они сегодня начинают развиваться активно, то есть их количество все больше увеличивается, это радует достаточно. Первый мой читатель первой сказки, есть такой Александр Афонин в Киеве, это председатель Союза книговидавців та книгорозповсюджувачів. Я ему первому скинул свою сказку, первую написанную «Ведьма». Он прочитал, и вот я его ответ запомнил, что да, может быть, не прекращайте писать, и если будете общаться с издателями, можете говорить, что Афонин благословил. Угу. Вот. Ну, пока издатели присматривают, скажем так, да. Ну, то есть вам не говорят «нет», но и не берут. Нет, не говорят «нет», да, говорят, что «да, интересно, своеобразно». Это абсолютно вот, занимается ниша, которая на сегодняшний день пустая в литературе. Ну, первый раз издаться, естественно, тяжело. Есть варианты при помощи краудфандинга собрать деньги, но хочется все-таки вот прийти к тому, что именно издатель выйдет. Есть иллюстратор, молодая девочка София, которая пока на добровольных началах делает иллюстрации к этим сказкам. И, ну, самое такое большое достижение на сегодняшний день, информация о моих сказках вошла в каталог украинских авторов на выставке, на международном ярмарке книги во Франкфурте, который вот прошел в октябре месяце в этом году. И вы там будете представлены, да, вы поедете? Или... Нет, каталог уже... это только печатное издание? Это каталог, издание, да, это вот есть копия странички. Это вошла просто информация о том, что вот есть такая вот тема. А что это даст, вот вхождение в подобный каталог для вас лично, как для автора? Это поможет вам вот, в издательском вопросе? Я думаю, это поможет, это дает шанс встретиться со своим издателем. Возможно, это будет зарубежный, да? Возможно, это будет зарубежный, тем более, что на этой выставке присутствовало более 100 зарубежных издателей. Может быть, это диаспора будет где-то? Возможно, за рубежом, диаспора, да, да, потому что диаспора. Читателей вот очень много именно из-за границы наших украинцев, угу. которые живут на сегодняшний день за границей. Угу. Обращают внимание и кинематографисты. Мои сказки участвовали в конкурсе «Идеи для сериалов» на канале 1+1, и из 20 угу. голосов жюри взяли 15. А то вот, есть на них тоже обратили внимание, да. для съемок именно сериала украинского. А вы сказали, что читают вас в живом журнале, там в соцсетях, да, Facebook, наверное. Да. А вот не угроза ли это тому, что вас прочитают там, возможно, заинтересуются, а потом книги покупать не будут, если они появятся? Нет. Дело в том, что вышла уже электронная книга, это если кто-то захочет прочитать в электронном виде, но... Опять же, все читатели постоянно пишут и просят купить именно бумажную книгу. Потому что, как бы то ни было, бумажная книга, она живая. Это не сравнимо с электронной то есть книгой. Мы сейчас на процессе, вот вы на процессе ожидания... Издания уже издания. В бумажном варианте, да. Да. Слушайте, ну прям очень интересно, вот насколько это страшно, насколько... Вот что за персонажи у вас, какие образы там есть? Вы знаете, это даже не... Персонажи, если по персонажам, вот первая сказка «Ведьма», это именно та сказка, практически повторенная после моей бабушки, которую она нам рассказывала. Это как сельская ведьма. Она превращалась то в кошку, то в свинью, в собаку и делала пакости сельским жителям. Не больные пакости или смертельные? Нет, все выдержано в рамках приличия, да. Есть колдуны, Чаклун Ох, это известный достаточно украинский персонаж, но у меня вот даже известные персонажи, они немножко своеобразный вот вид приобретают. Плюс малоизвестные на Украине заговоры, какие-то приговоры, это все, они взяты в реальном, из реальных источников, настоящие заговоры. И даже есть такой интересный случай, одна из читательниц
мне написала, что долго не решалась написать. Как она написала, 30 лет у нее была жуткая боязнь темноты, то есть она спала со светом. Она, ее пытались водить к бабушкам, выливать страх. Она собиралась уже обращаться к психологу. Она начала читать мои сказки, и вот после прочтения пятой сказки она пишет, что у нее полностью излечилась. Да, то есть она пишет, даже проводила эксперименты, оставалась одна в доме, выключала везде свет, говорит, все, мне не страшно. Супер, так они еще и лечебный эффект имеют, возможно. Да, психологически лечебный. Да. Ну что, остается мне пожелать только успеха вам. Очень интересно, почитайте, оставите, расскажете, где. Найти вас по фамилии, я так понимаю, в Фейсбуке, да, можно. Либо по фамилии, я пишу под псевдонимом Олег Гравлик, либо на сегодняшний день поисковики Гугла уже реагируют на казки Бабы Гаврешихи, и они дают ссылки и на странице в живом журнале, на Фейсбуке. Супер, обязательно почитаем, обязательно обратимся к вашему творчеству лицом. А вам желаю удачи, и пусть ваша цель, ваша мечта о том, чтобы вас опубликовали и дальше писали, сбылась. Спасибо, желаю вам большое. Удачи. Я ще раз нагадаю, що гостем нашої студії був Олег Гавриш, він автор українських казок.